Бизнес-завтраки проводятся в Саранске с февраля. Обычно их гостями становятся предприниматели. На этот раз решили поговорить о спорте, тем более, что это одна из последних возможностей застать футболистов Мордовии в Саранске. В воскресенье главная команда республики проведет заключительный домашний матч сезона с Калининградской «Балтикой». Мы приглашаем тех людей, в которых заинтересована общественность, те люди, которые к нам ходят постоянно. А приглашение футболистов, собственно, это был запрос аудитории, во-первых. Во-вторых, завершается сезон, и, наверное, это тоже является одним из знаковых событий. Я думаю, что это будет отличная возможность поговорить, узнать что-то новое о нашем футболе и, собственно, поближе познакомиться. Вопросы футболистам поступали самые разнообразные. Во сколько лет лучше отдавать своего ребенка на футбол? Чем вы питаетесь в отпуске? Гостей бизнес-завтрак интересовало буквально все. Рустем и Денис рассказали о своем пути в большом футболе. Мухаммедшин окончил школу казанского «Рубина» и транзитом через Ижевск 10 лет назад попал в Саранск. Поярков уже пришлось пробивать себе дорогу через маленький городок Ефремов, что в Тульской области. Папа у меня спортсмен, вот, и он играет и в футбол летом, зимой хоккей. Ну и так получилось, что он привел меня на стадион в детском возрасте. И получается, что все свое детство я проводил на стадионе, на местном. Вот. И, наверное, отсюда и появилась вся любовь к футболу, к спорту. Впереди у ребят два важнейших матча, которые решат судьбу команды. По их итогам станет ясно, в каком дивизионе Мордовия выступит в следующем сезоне. Фактически, этот завтрак – последняя остановка перед решающим отрезком пути. К испытанию ребята готовы, полны позитива и в полной мере ощущают ответственность перед болельщиками, клубом и республикой.